Более 80 челнинцев смогли задать свои вопросы заместителю прокурора республики. Марат Долгов провел сегодня прием граждан в здании прокуратуры. Большинство обращений касались невыплаты зарплаты и сферы ЖКХ, горожане недовольны начислениями и тарифами. С коллективной жалобой обратились пострадавшие от деятельности финансовых организаций. Пришел с проблемой по кредитно-потребительскому кооперативу «Приволжский фонд сбережений», куда я сдавал свои личные сбережения по программе «Вторая пенсия». 15 июня они прекратили свою деятельность, перестали выплачивать компенсацию.